Здравствуйте. Сегодня тема называется «Как поставить токсичного человека на место». Ранее были уже видео про токсичных людей, можете посмотреть на моем канале. А сегодня я расскажу еще больше по этой теме. Окей. Как поставить человека токсичного на место? Смотрите, нужно сначала первое вот осознать, вот принять вот эту мысль, что с токсичным человеком нельзя договориться с помощью ласковых добрых слов. Или там сказать, ну что ты ко мне пристаешь, ну не надо меня обижать, что я тебе сделал. Или есть еще такие рекомендации всяких разных не очень хороших специалистов. Они говорят, больше чуточку добра, терпения, вот это терпение, вот терпите, он исправится, больше ли дайте ему любви. Вот когда вам такое говорят, это не работает. Проверено многократно, с токсичными людьми это не работает. Вот если вы поймете, что с токсичными людьми не нужно много проявлять терпения, слишком много давать любви и так далее, то вам станет уже легче. Вторая установка или вторая мысль, которую нужно принять и осознать тоже. Осознать — это означает понаблюдать, как люди стоят за себя, как они защищают себя, и люди, которые не защищают себя перед токсичными людьми, что происходит впоследствии. Так вот, вторая установка – это что вам нужно обязательно защищать свои границы. Если вам неприятно, если вам больно, если вам тяжело, нужно обязательно это проговаривать вслух, а не в плане того, что «Ой, мне так больно, тяжело, пожалуйста, не делай так». Так можно делать, но если токсичный не понимает, вам нужно уже переходить на следующий этап. Поэтому третья установка – это жестко и четко проговаривать, какие последствия ждут токсичного человека, если он не остановится. Давайте еще раз все вместе подытожим. Первое. Не надо терпеть. Второе. Нужно защищать свои границы. Третье. Если токсичный человек не унимается, вы должны жестко и четко проговорить последствия, если человек продолжит дальше токсичность проявлять на вас. Вот эти три постулата, если вы их запомните, дальше будет уже проще. Опять же, кто-то может сказать: «Дима, окей, хорошо, а если это я загоняюсь? Что если дело не в токсичности, а это я слишком переживалкин? Допустим, я общаюсь с человеком, он что-то сказал неприятное, и, ну, на самом деле это не неприятно, он так и говорит, я просто пошутил». Ты что, я же, это шутка, ты что так все принимаешь серьезно? Может, к психологу сходишь, да? То есть он переворачивает и говорит, что дело в вас, а не в нем. Окей, Дима, а где действительно вот эта граница, где я, да, вот действительно мне неприятно? Или все-таки это какие-то мои психологические проблемы? Окей, смотрите, все очень просто. Если это повторяется у токсичного многократно, то есть вы... Да, действительно, можно согласиться с этим, что, например, вам неприятно. Да, действительно, это может быть ваш реально психологический таракан. Ничего страшного. Но вот вам человек сказал, у тебя там по одежде, ну что это за одежда вообще? В чем ты ходишь? Я добра тебе желаю. Я хочу, чтобы у тебя одежда была хорошая. Ну что это за, что ты как чмо. И вам неприятно внутри, да, вот неприятно. Вот ваша задача вот эту неприятность озвучить ему, сказать: «Ты знаешь, мне неприятно, что ты говоришь так. Мне вообще неприятно, я не просил у тебя совета по этой теме. Давай так договоримся, что если я захочу совета по теме одежды, я у тебя обязательно спрошу. Но, пожалуйста, не нужно мне советовать, меня сейчас все устраивает. Или когда нужно, я тогда и куплю, хорошо? И куплю ту одежду, которая мне будет интересна. Хочу ходить в обносках, значит так будет. Но это не обноски, это с твоей позиции обноски, а для меня это нормально. Давай договоримся. Я просто не хочу об этом говорить». И вот смотрите, вы как взрослый человек сказали взрослому человеку. А знаете, чем отличается токсичный от взрослого человека? Ну или от человека, у которого нет токсичности. Человек, у которого нет токсичности, поймет вас и скажет: «Ну окей, хорошо, я понял тебя». Может даже, конечно, он обидится, но он все равно быстро восстановится. А токсичный скажет: «Чего? Одежда? Одежда?» И начинает дальше, да, то есть он, может быть, не на этой встрече, но на следующей встрече он опять вас атакует по теме одежды. Может быть, не по теме одежды, но может быть, какая-то другая критика, то есть он не останавливается. И вы постоянно говорите: «Мне неприятно, мне неприятно, мне неприятно», но он все равно продолжает это делать дальше. Давайте еще другой пример. У вас рана на руке, рана, да, вот вы поцарапались там, порезались, рана у вас. И рядом с вами сидит токсичный. Вот если здоровый человек с вами сидит, он не будет пальцем надавливать на эту рану, да? Он понимает, что вам больно, больно вам. А токсичный будет. Вот это все отличие. То есть у вас действительно есть рана. Например, вам неприятно про одежду. Ну, не нравится вам это. И вы сказали: «Мне больно». Вот ваше неприятие по одежде – это вот эта ранка. И токсичный вместо того, чтобы вас понять, он что делает? Он берет и надавливает на рану.
вам больно? Вы говорите, мне больно, не делай так. Он говорит, и опять нажимает на рану. Это говорит о том, что это токсичность. И в этом случае, ну, представьте, если вам постоянно нажимают на вот эту ранку, что вы будете делать? Ладно, если вам постоянно бьют по щеке, что вы будете делать? Левую будете подставлять? Ну, хорошо, подставили. А он продолжает бить, он не остановится. Вы опять правую подставляете. Он бьет вас, вы левую подставляете. Когда вы остановитесь? Когда вы остановите этот процесс? Потому что вы понимаете, что когда он нажимает на рану, он потом еще одну рану найдет, а потом он создаст рану вам сам. Вот подумайте об этом. Соответственно, ваша задача не просто обозначить свои границы. Вот вы сказали, давай обсуждать одежду мы не будем. Как хочу, так хожу. Нужен будет совет тогда, да. А он говорит, нет, продолжим дальше. В этот момент, вы помните, да, вы четко должны обозначить, что его ждет, если он продолжит это делать дальше. Вы говорите, смотри, я тебе говорил, да, но мне это неприятно, ты продолжаешь это делать. Общение наше с тобой не строится. То есть, ну, какой смысл дальше так общаться, если ты все время мне делаешь более неприятно? Он скажет, иди к психологу, это твои проблемы. Ну, ладно, я схожу к психологу, спасибо, но мы же с тобой общаемся, и ты мне делаешь неприятно. Давай так, я хочу, чтобы общение у нас было приятным. И если оно не создается приятным, если кто-то страдает в этом общении, то нужно это общение прекратить. Поэтому договоримся так. Если ты не можешь общаться нормально, но приятно, хорошо, комфортно, без критики, значит, мы прекращаем это общение. И, ну, или вы можете какие-то другие санкции озвучить. Я не знаю, например, ты будешь говорить про одежду, значит, ты будешь всегда проставляться на кофе. Ну, как вариант, это шутка, конечно. Ну, то есть вы просто озвучиваете те самые санкции. Есть еще вариант первый, это предупредительный. Если человек, например, вам что-то покритиковал, вас что-то атаковал, да, вам было это неприятно, вы можете просто отморозиться, да. Отморозиться, это значит, в момент общения с этим человеком вы можете там посмотреть в сторону, отвернуться от него. Не разговаривать с ним, да, там минуты 2-3. Дать ему понять, что вам эта тема неприятна. То есть с помощью не слов, а с помощью вашей реакции. А еще есть вариант, вы можете на него посмотреть, как на... что какую-то фигню сморозил, что он несет вообще. Но если это все не срабатывает, вам все равно придется озвучивать санкции. Вам все равно придется озвучить, что это мне не подходит. И знаете, в чем сила человека, который может постоять за себя против токсичного? Знаете, самое главное, какая у него сила? Это то, что он может в любой момент разорвать контакт. А знаете, почему-то токсичный ловит кайф? Потому что он знает, что у другого человека есть зависимость от этого человека, и поэтому он продолжает атаковать. Соответственно, вы обретете силу и свободу в тот момент, когда поймете, что вы можете от этого человека избавиться. И когда вы говорите, озвучиваете санкции, вы эти санкции соблюдаете. Вы говорите, мы больше с тобой не общаемся. Пока. И вот здесь тонкий нюанс. Один токсичный меняется, становится добрым, хорошим, ласковым. Через какое-то время, через неделю, через 2-3 он пишет, и все хорошо. А другой пропадает. Вот и хорошо. Тот, кто пропал, это хорошо. Тот, кто вернулся, это прекрасно. Это значит, что человек действительно видоизменился. И, скорее всего, большая вероятность, что он будет уважительно с вами общаться по этой теме. Ну или не так часто уже, это 100%. Но есть еще один нюанс. Это пройти мою практику по конфликтам. Там тоже можно стоять за себя. Там классные техники по постановке конфликтного человека или токсичного человека на место. Применять эти все технологии. Но суть одна. Вы потренировались даже с токсичным, применили эти все технологии. Но если он все равно не унимается, вы все равно должны применить санкции. Это очень важно. Напоминаю, у меня есть телеграм-канал, там очень много идет разных интересных обсуждений, я делюсь информацией, которой нет на моем канале YouTube. Помимо этого, у меня есть ВКонтакте, личная страница, там я веду индивидуальные консультации, индивидуальные практики. Помимо этого, у меня есть паблик, посмотрите, зайдите на огонек, все ссылки под описанием этого видео. И помимо этого, у меня есть Instagram и Facebook. И хорошего вам настроения, как минимум 10 миллионов долларов я вам желаю, и пока-пока. Ранее уже были видео по этой теме, ранее были видео, я говорил, как проявляется токсичный человек, какие у него есть признаки, что с токсичными людьми не надо договариваться, что токсичных... И ранее уже были видео на моем канале по теме токсичности, а именно, ранее уже были видео про токсичных людей, о том, почему они атакуют, ранее уже были...